Взрослеть, но не стареть. Я приветствую всех тех, кто следит за нашим проектом. Все консультации Светланы уже позади. И сегодня мы приступаем к процедурам. И начнем мы с кулсculpting или с криолиполиза. Что кроется за этим понятием, мы покажем вам сегодня. В последнее время я своей фигурой недовольна. Обратила внимание, что хожу по магазинам, вот вещи, которые я любила носить, они на мне уже не лежат. Мне приходится уже выбирать что-то такое немножко более свободное, чтобы скрывало какие-то недостатки. Светлана, добрый день. Добрый день, Татьяна. Я снова рад вас приветствовать в Ideal Aesthetics. Сегодня доктор Карнидиотис будет вам делать процедуру кулсculpting, которая поможет скорректировать контуры вашего тела, а именно сделать вашу талию еще более тонкой и изящной. Но я должна вас предупредить, что в начале процедуры вы будете ощущать небольшой дискомфорт, но он длится 5 минут, быстро проходит, и потом вы можете просто поспать. Всего процедура длится 1 час на каждую зону, и всего у нас будет 4 зоны на вашу талию. Если вы готовы, давайте начнем. Ну да, я готова. Kulsculpting is a medical aesthetic procedure. It has evolved over years of research at Harvard University in the US and was one of the first machines to receive FDA clearance for safely and efficaciously removing fat from the body non-invasively. Basically, what we do, we expose fat to extreme cold situations. In the case of kulsculpting, it is done with absolute safety and concern over preserving the health of the surrounding skin and tissues. We achieve a 30 to 50% reduction of the fat that we target and we isolate with a machine. The fat cells start going away at about 3 weeks after the treatment is performed. The treatment is complete in 3 months. Except in cases where you see that there is enough fat to repeat the procedure, in which case we repeat the procedure in 1 month after the first treatment. Usually the procedure, we consider it a comfortable procedure to undergo, considering what the results are. During the procedure, there is slight discomfort experienced during the suction phase, where you isolate the fat into the machine. After that, the fat and the skin gets frozen, so the sensation goes away because the area becomes numb. And at the end of the procedure, when we remove the suction, as you have seen, we massage the area very rigorously. That gives us a lot more effective treatment. Afterwards, the patient experiences some swelling and some contusion, some bruising of the area. Not necessarily any visible bruising, but there is sensitivity to the touch. That persists for about 4 days. The patient maintains the weight. The results are permanent. Честно говоря, вначале мне было страшно немножко, потому что слышала, что что-то болезненное ощущение. Ну, на самом деле нет. Просто как вакуум втянула кожу, то есть, вы знаете, как бы немножко неожиданно. Ну и все на этом. И легкое чувство холода. Ну, то есть не так страшно все. Итак, Светлана прошла первый этап процедуры кулсculpting. Впереди у нее еще несколько сессий. Но результаты не будут видны сразу. К ним мы вернемся через 3 месяца. Ровно столько времени требуется для того, чтобы увидеть максимальный эффект. Путь к красоте не так легок. И впереди у нашей героини еще много разных процедур. Что доктора приготовили для Светланы, вы узнаете в следующем эпизоде. Оставайтесь с нами. До встречи!